Сергей и Настя, и Владимир, и... Ну, в принципе, по-моему, нормально. Подождите, вот змей, да, второй. Да? Вот, да? Ну, интересные машины представлены, конечно, здорово. Людям есть что посмотреть, походить, пообщаться. А почему решили поучаствовать? Потому что, сами видите, автомобиль необычный. Он единственный в мире такой. Вы видели где-нибудь в таком виде машину? Все, что здесь сделано, все придумал я. И все делалось под моим руководством.